Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 29 марта. Вот сегодня я наконец-то добралась до посева капусты. Хотя многие уже ранние сорта посеяли еще в середине марта. Мне просто было некогда, с рассадой занималась. Вот вчера посеяла редиску, закрыла, салат посеяла, закрыла. Сейчас буду сеять капусту. Как всегда, так же как с редиской, я сейчас камеру сниму, подойду прям ближе, покажу, на каком расстоянии, как что делаю. Но хочу напомнить тем, кто ни разу не выращивал в холодных теплицах капусту, после вчерашнего видео вы должны уже знать, что капуста у нас холодостойкая. Ее можно высевать даже когда у нас, вот сегодня было минус 9 на улице ночью. Ничего страшного, здесь она полежит, взойдет, когда ей надо. Она холодостойкая, она у нас влаголюбивая, то есть при посеве вы должны обязательно сильно хорошо смачивать. Если у вас грунт сухой, нужно обязательно принести воду. Воду можно ледяную, можно, люди и сеют, сверху накладывают снег, чтобы он растаял, туда прошел. Короче, смочить можно любым способом, хоть водой, хоть снегом. В самом начале, когда у нее еще нет ростков, ей все равно снег или вода, снег быстро растает, все. Холодостойкая, влаголюбивая. Что еще? И сеять начинаем с ранних сортов, со скороспелок, потом с брокколи, с позднеспелых, цветную пекинку, цветную оставляем немного на потом. Не буду ваше время сильно занимать, сейчас буду сеять, все покажу. Если вчера при посеве редиса я говорила и показывала, что все бороздки я делаю на расстоянии 10 сантиметров, и семена или раскладывать на друг от друга в бороздках 1-2 сантиметра, или просто насыпать, то при посеве с капустой совсем другая ситуация. Мы можем рассмотреть тут разные варианты. Понимаете, тут зависит от чего. Или мы сеем капусту вот такую, как сахарная голова, и она будет маленькая такая рассада. Или мы сеем вот такую капусту, как пекинская, бокал, которая очень быстро разрастается, у нее розетка увеличивается на глазах. Поэтому вот бокал, например, я буду сеять на большом расстоянии. Буду даже делать вот эти промежутки между бороздками даже больше, чем у редиски. Там я 10 сантиметров сделала, а здесь 13-15. Потому что я надеюсь, что, возможно, она здесь успеет завязать свои кочаны. И я уже буду употреблять ее отсюда, потому что сейчас вот 29 марта, апрель, май. Я перец буду высаживать сюда только в середине апреля или мая, так что у нее срок, если она даже будет не совсем такая здоровая, но вот эту микрозелень можно будет уже употреблять, но ей места нужно будет больше. И еще вариант, или вы, есть разница, или вы высеваете вот здесь в холодную теплицу, и будете ждать, когда она полностью у вас сформируется, то есть больше надо расстояния. Или вы будете здесь просто высевать на первый период, как рассадный период, она здесь проживет, а потом вы ее, эту рассаду перенесете в открытый грунт и там уже рассадите. От этого тоже зависит расстояние. Редиску же мы никуда, ни туда, ни сюда не высаживаем, а вот салат и, например, капусту вот эту, мы можем и так вырастить. Можно вырастить и на рассаду, можно вырастить и до конечного результата, то есть до снятия урожая. Вот поэтому, смотрите, я разметила так. У меня здесь будет пекинка сейчас. Дальше у меня идут, видите, уже частые полоски. Это идет у меня брокколи, идет у меня сахарная голова. Все остальные капусты, вообще по рекомендациям специалистов, достаточно 3-5 сантиметров. Мы высеваем, я высеваю всегда вот так, насыпаю больше семян, лучше потом проредить, потому что семена в схожести я не проверяю у капусты, так как у них вот эти пачки все дешевые, я беру побольше и сею. Будет потом, если густо, я лишнее уберу. Но тут опять какая ситуация? Или вы будете выращивать ее, смотря какой период и смотря когда посеете. Я вот сейчас сею ее в конце марта, и в апреле, где-то примерно в конце апреля, я ее буду отсюда брать и пикировать уже пореже на грядку вообще в открытом грунте, потому что здесь уже будет к этому времени жарко, она у нас холодолюбивая. И вот какой вариант будет у вас: или вы посеете здесь рано, потом высадите, например, на грядку, где она будет распикирована,
Или вы посеете ее здесь позже и потом сразу в открытый грунт. От этого тоже зависит расстояние. Если я ее буду здесь дольше держать, я всегда делаю больше расстояния. Если только до того, как первый настоящий листик появится, достаточно 3 сантиметра, так же, как мы в лотках делаем. Ее пикировать можно прямо на самых ранних сроках, только она появится, две семидольки развернутся, появляется один настоящий лист, ее можно на улице в холодные условия, там она будет лучше всего, там она будет закаленная, там она будет сильная. Здесь при загущенных посевах, если мало расстояния, она может вытянуться, рассада вытягивается очень быстро. Ну и вот посев, посев так же, как у редиски. Я еще раз вам повторяю, если много времени, можно разложить по одной на расстоянии 2 сантиметра. Тогда уже рассаду прореживать не нужно. Но я этого никогда не делаю так, как я потом провожу пикировку этой капустной рассады. Я вот так сейчас рассыпала ее. Тут вот у меня два вида. А сейчас также прикрою водой, землей, полью водой, закрою пленкой и все. И я буду отсюда ее еще пикировать. Самое главное, что нужно соблюдать, это хорошо увлажнить почву при посеве. Я один раз поливаю до того, как посеяла. Сейчас рассыплю семена, закрою или грунтом, или перегноем. И второй раз полью. Семена мелкие, и все, что я говорила по поводу редиса, хочу повторить еще раз. Заглублять сильно не нужно, будут посевы очень долго всходить, они маленькие и тоненькие. 1 сантиметр грунта над семечком, этого достаточно. Даже 0,7. Видите, что они маленькие-маленькие. Некоторые закапывают сильно, заглубляют. Всходы или не могут вообще пробиться, или очень долго выходят. Вот все. Полить водой, не глубоко закопать, закрыть пленочкой. И как только появится всходы, пленку снять. Посев капусты такой же простой, как и посев редиса. Только здесь, в зависимости от сорта, мы делаем разные расстояния, которые вот эта вот качанная, пекинская, какая она там считается, качанная, да, которая качан может здесь прям уже начать завязывать, значит, ей нужно больше расстояния. А ту вот, которую я высаживаю на рассаду, которую буду пикировать, я делаю расстояния маленькие. До свидания. Вот это был самый простейший посев, посев капусты в холодную теплицу. В этой теплице получается очень хорошая рассада. Вообще вот в справочниках садоводов пишут, что она сильно подвержена, капуста же у нас, заболеваниям. И если у вас тут были какие-то заболевания, то рекомендуется грунт все-таки протравить или полить марганцовкой, даже поливают некоторые хомом или медным купоросом. Я ничего этого не делаю, потому что в прошлом году у меня здесь не было заболеваний, и я лишний раз вот эти вот, ну, ни медный купорос, ни хом, землю не травлю ими. У меня она и так хорошо растет, но на крайний случай предупреждаю, что если вы высаживаете, например, на рассаду в теплице, где были томаты, и где у вас какие-то были вот эти бактериальные грибковые заболевания, она очень восприимчива к заболеваниям. Но, с другой стороны, мы сейчас, вот поэтому ранний посев и хорош, мы сейчас сеем рано, еще ничего этого нет. Обычно это наступает уже намного позже. Вот у меня, если честно, рассада капусты вот в холодной теплице ни разу не болела. И на продажу высевала тысячами, и для себя сеяла. Ну, потом посмотрите. Посмотрите прошлогодние видеоролики мои, где я показываю, как она вырастает, как она всходит, какая она потом здоровая, крепкая. В прошлом году, нет, в позапрошлом году вообще все подробно я снимала 7 или 8 или даже 9 видеороликов про капусту. Просто я иногда не дублирую, потому что раз уже видеоролик этот есть, я уже не снимаю. Нынче решила снять, потому что очень много добавилось новеньких. Некоторые вообще не знают, как сеять капусту. Посев простейший, так же, как редиска. Все, до свидания. Хочу еще несколько слов добавить по срокам посева капусты. Вот когда я первое видео выложила вот с такой картинкой к видео, где у меня капуста вся в снегу, и прочитала комментарии, я поняла, что, конечно, сроки каждый должен под себя корректировать. Одна зрительница написала, что раньше высаживала всегда позже, и сахарная голова не набирала того объема, но качан был всегда мельче. И вот по моему совету, там в прошлом году или когда, она посеяла рано, и сахарная голова выросла нормально. А другая зрительница, наоборот, говорит, предупредите новеньких, что при таких ранних сроках посева, по-моему, с Башкирии написала девушка, сахарная голова может растрескаться, они высаживают, высевает, она говорит, позже, числа 8-10 апреля, потому что если вы посеете рано, то
Кочаны могут треснуть, но она убирает в октябре по морозу. И вот здесь, перед тем, как определить дату посева для поздних сортов, про ранние тут даже можно не бояться сеять как можно раньше. Вы же ее не будете на хранение укладывать. А вот про поздние, которые для хранения, вы должны подумать и посчитать, в каком месяце вы будете убирать. Вот эта зрительница пишет, что они убирают в октябре после мороза, когда уже приморозит капусту. Но мы вот в большинстве случаев до октября у нас уже все огороды убраны, в конце сентября мы уже все убираем, потому что в октябре у нас в сибирском регионе иногда вообще снегом уже огород завален. Так что вы проанализируйте, когда у вас уборка, и в зависимости от этого вы считываете. Вот, например, сахарной голове нужно 5 месяцев. От момента уборки, например, от конца сентября отодвигайтесь на всхожесть, давайте 10 дней. Я еще сею пораньше, потому что в прошлом году я посеяла какого-то 18, по-моему, апреля, на 2 недели позже сеяла. Но у меня долго пролежали семена в земле, и взошли они не очень рано. И поэтому в этом году я посчитала так, что пусть они лучше полежат в земле дней 10-12, но у меня уже будут посевы готовы, и потом, чтобы не торопиться, я их посеяла. Вот по срокам это все индивидуально, смотря в каком вы регионе живете, смотря когда вы снимаете свой урожай. Если у вас есть возможность держать капусту в открытом грунте, например, до октября, до морозов, до конца октября, то, конечно, вам можно сеять позже. Кто-то сеет вообще в мае в открытый грунт. Но, как вы видите, вот по этому снимку, это майский снимок, у нас и в мае, что у нас в мае может выпасть снег, что у нас в октябре может выпасть снег. Тут у каждого свои нюансы, свои особенности климата и особенности выращивания. Попробуйте сначала посеять рано, если это будет для вас слишком рано, и кочаны будут растрескиваться, например, будут переспевать. Ну, я не знаю, мы в сентябре убираем, они не успевают растрескиваться. Но вообще, если честно, по капусте я не высеваю, некоторые высевают целые плантации. Мы как выращиваем? Я 5-6 кочанов на хранение, больше всего раннюю, для употребления в свежем виде. И там 2-3 кочана разнообразных всяких таких. Могу красную посадить или еще какую-то. Но к капусте нужно тоже приспосабливаться, так же, как к томатам. Так что попробуйте один год один срок посева, другой год сместите на 2 недели. Потому что, так же, как у томатов, нет одного срока. И никто вам не скажет, даже я не могу вам сказать, что вот я сегодня посеяла, и нужно сеять всем. Кто-то уже посеял еще до меня уже. Кто-то будет сеять позже на 2 недели, а кто-то будет сеять вообще в марте в открытый грунт. И они тоже считают, что этот способ хороший, удобный, рассада вырастает хорошая, капуста вызревает. Если это так, то значит это их метод и способ, они нашли свой. Все, на этом уже точно все, теперь до свидания.